И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Metro Royal. Ну что, довольно-таки долго не было рубрики «Голый в соло», и поэтому сегодня я решил сделать именно этот ролик. Но, к большому сожалению, нам посчастливилось появиться на том респе, где у нас попросту нет выхода. Это единственный респ на карте, который не имеет точек выхода. И нам, как минимум, придется найти ракетницу, чтобы засейвить весь тот лут, который у нас есть, и который мы 100% должны добыть здесь, и выйти из боя. Ну а всем вам желаю приятного просмотра, ребят, устраивайтесь поудобнее. И погнали начинать. Друзья, уже почти прошла половина третьего сезона Metro Royal. Всем советую отличный телеграм-канал, где можно приобрести любой эквип. Канал имеет удобную структуру. Напоминает интернет-магазин, где вы выбираете товар, оплачиваете и получаете. Цены там упали до неприличия. У магазина сохранятся акции. Скидка на вторую покупку 10%, а на третью 15%, а по промокоду ZERBIN вы получаете скидку на 20%. Также появилась новая услуга. Сопровождение. Вы вступаете в сыгранный сквад профессионалов, и все вещи, что падают с врагов или лут с радиационной зоны, доставится вам. Новым покупателям услуги скидка целых 100 рублей. Подробнее о сопровождении с отзывами можно ознакомиться в телеграм-канале. Ссылочка в описании под роликом. Всем приятных покупок и начинаем. Ну что, тут у нас уже война пошла между респами, воюют у нас пока что на граниках. Я не вижу, если честно, смысла, чтобы сейчас вламываться туда и пытаться дать отпор сразу двоим игрокам, поэтому я думаю, разумнее будет немного подождать, пока останется один из игроков, и просто потом забрать его, ведь ситуация на нашей стороне. Он не видит, где мы находимся, зато мы видим, где он находится. Поэтому немножечко ждем, выжидаем хороший момент и просто заберем его. Вот, про что я и говорил. Он кидает гранники туда, где мы были буквально пару секунд назад, но мы уже в другом месте. Это значит, что ситуация на нашей стороне, у нас лучшая позиция. Сейчас надо самое главное подкараулить момент, когда он будет на какой-нибудь перебежке, и просто надавать ему. И если все получится хорошо, то мы заберем его. Пока что его не видно. Видимо, он пошел обыскивать труп игрока, которого он уже убил. Но, тем не менее, у нас хорошая сторона, с этой стороны удобно отыгрывать. Самое главное, чтобы нам сейчас не зашли в спину люди, которые появляются на соседнем респе. Видимо, он пытается тоже нас высмотреть, потому что его нет уже довольно-таки долго. И любой другой игрок, скорее всего, уже бы пытался что-то сделать, но, видимо, этот попался нам терпеливый, он тоже ждет. А, нет, все-таки выбежал, и мы ему немного надавали, поэтому сейчас инициатива переходит в наши руки. Хоть он и фулл 6, но я думаю, надо накидывать до тех пор, пока он неудачно не пикнется и не получит просто по щам. Также не забывайте сразу менять позицию, ведь если есть такая возможность, то почему бы этого не сделать? Вы этим можете просто легко запутать врага, и если вся инициатива боя перетянута на вас, то вы даже можете голым переставлять какую-нибудь фуловую шестерку. Вот даже сейчас он начал пикаться, я просто ему надавал по щам, и он даже не смог увидеть, где мы находимся. Ну все, вот мы забираем этого игрока, и чести прилетает довольно-таки много, аж целых 55. Я думаю, игрок был более-менее умелым, и 100% ранг у него был куда выше, чем мой, хотя у меня сейчас элита 3 или элита 4. Не помню точно, кстати, я недавно попал в топ рейтинга по убийствам на своем регионе, регион Россия, так что можете залетать. И возможно, я буду где-то там далеко снизу, но тем не менее это приятно. Надеюсь, сейчас нам с этого игрока что-то интересное выпадет, потому что он забрал игрока, который появился на соседнем респе. И да, там выпадает что-то красное. Ну все, бронежилет мы уже нашли. Также у него огромное количество патронов. И осталось найти, по сути, только шлем. И все, ему уже фулл 6. По сути, вся тема ролика заключается именно в этом, чтобы зайти голым и постараться максимально развиться.
И вот у нас уже есть броня на топовых пластинах. И, кстати, игрок был на ремнях, видимо, он смотрел тоже предыдущие ролики, да и сам понимает, как, насколько они полезны, ведь использовать баг, чтобы ремать броню, он не всегда получается, а ремни довольно-таки хорошо сейвят ее. Ладно, я думаю, пора двигаться дальше, сейчас двинемся ближе к центру карты и посмотрим, что у нас происходит там, и, возможно, тоже кого-то убьем. Не знаю почему, но я решил сходить именно на гору, потому что в последнее время довольно-таки часто прилетает на школу именно с горы, и надеюсь, что у меня сейчас получится здесь кого-то найти. Ну и плюс там лежит армейский ящик, который надо обыскать, ведь, возможно, там выпадет ракетница. И просто сразу же на нас вылетает фуловая шестерка, с которой тоже падает что-то красное. Если честно, я его практически не слышал, не знаю почему, хотя играю довольно-таки на громком звуке, и в наушниках обычно все хорошо слышно, но тем не менее он как-то появился неожиданно, и я в последний момент только успел среагировать. Самое главное то, что у меня были заряжены разрывные патроны, и мы в последний момент сбили ему прицел, и он попросту не смог на нас прицелиться и стрелял, скорее всего, от бедра. Как показывает мой личный опыт, в последнее время намного продуктивнее играть именно на разрывных патронах, потому что от них куда больше толку. Да, от них чуть меньше урона прилетает, они чуть меньше пробивают броню, но зато самое главное, они сбивают прицел вашему противнику, если вы попадаете. Тем самым у вас появляется прямое преимущество в бою, и вы можете спокойно отыграть. Так, я, по-моему, еще кого-то слышу. Возможно, к нам еще кто-то подошел. Сейчас подойдем к стеночке и попробуем чекнуть. Да, вот они, уже шаги появились на карте. И, скорее всего, игрок сидит именно вот за этими деревянными ящиками. И это тоже у нас шестерочка, с которой падает что-то красное. И... давно хотел спросить, с каких пор Граник наносит такое огромное количество урона. Буквально с одного попадания даже, не по нам, а рядом с нами, и у меня просто отнимается фулл хп, остается совсем немного, буквально одно попадание СМКхи, и мы труп. Но тем не менее у нас получилось его забрать, потому что он был без каски, и это была его ошибка, и мы снимаем с него последнюю броню. Возможно, он тоже с кого-то ее выбил, но тем не менее она досталась именно нам. И сейчас происходит такой момент, что мне немного обидно, если мы не найдем ракетницу. Выхода с карты у нас нету, поэтому сейчас, я думаю, по максимуму будем лутаться, запихивать в себя все, что у нас получится, и пойдем даже не на школу, а сразу в подземку, и будем надеяться, что там ящики не обысканы, и у нас получится найти ракетницу и выйти из этого боя. Потому что потерять такое огромное количество лута, 3 шестых брони, еще и 2 на топ-пластинах, и шестой шлем чисто из-за того, что у нас нету выхода. Мы даже по сути в этом не виноваты, в этом виновата игра, но тем не менее, возможность выхода у нас есть с помощью ракетницы, поэтому сейчас обыскиваем здесь все по максимуму, забираем сколько вместится, и сразу же идем в подземелье. Возможно, там тоже кого-то встретим, поэтому надеюсь, что-то интересное из этого должно получиться. Ну и плюс проверим, насколько сейчас хорошо падает с армейских ящиков, потому что мне уже присылали скины, как с этих ящиков забирали МКшки кобры и МКшки стальные, да и плюс авики пару раз были, поэтому надо явно туда идти и самому проверять, что там падает и насколько хорошо сейчас и выгодно лутать подземелья. Ну если быть точнее, метро, потому что я знаю, многие в комментариях меня поправят. Ладно, отправляемся именно туда. Ну что, вот мы уже добрались до метро и по дороге заскочил на магазин, который находится около школы. И, к сожалению, флайер там был уже куплен. И здесь явно были люди, поэтому будем аккуратны и слушать каждый шаг. Возможно, у нас получится еще его догнать, потому что если ботов нету, а ящики открыты, то значит, он был здесь недавно, и боты еще не успели заспавниться. Поэтому, возможно, мы его догоним. И, к нашему большому счастью, он не тронул оружейные ящики. То есть у нас еще есть шанс найти флайер и выбраться из этой катки. Странно, а тут уже бот успел заспавниться, хотя в той части не было его, где ящик тут уже открытый. Ну да, и здесь тоже флайер есть, и он тоже раскупленный. Ладно, бежим еще на ту сторону заглянем, надеюсь, там тоже будут ящики. А, нет, тут еще ящики есть не открыты, я думаю, его тоже можно будет открыть. Будет глупо, если мы сейчас поднимем какое-то крутое оружие, а флайер так и не найдем.
Хорошо, что есть гранник. На крайний случай я взорву себя гранником, и, возможно, часть лута мы не потеряем. Но это будет прям такой запасной вариант, и надеемся, что флайер еще попадется. Так, остается у нас два оружейных ящика, и второй ящик находится в темке, поэтому туда мы тоже сейчас заскачем. И, возможно, ее тоже залутаем, если она не будет залутанная. Также, пока мы обыскиваем ящики, хочу выразить свое недовольство в сторону одного из блогеров, который также снимает видео по PUBG Mobile, Metro Royal. И произошла такая ситуация, что помните наш момент, когда мы начали запускать рубрику «Голый в соло»? Она начала довольно-таки быстро набирать просмотры, и подписчики пошли довольно-таки хорошо. И проходит буквально неделя-две недели, у этого человека, не буду называть канал, у этого человека выходит точно такой же ролик, с точно такой же тематикой и в точно таком же стиле. Ладно, тут могло быть совпадение, я ничего не буду говорить. Но помните нашу пробную рубрику, в которой я говорил, что будут выпускаться менее удачные катки, где будет красивый довольно-таки бой? Ну, в принципе, обычный бой. Но в конце по каким-то причинам мы будем умирать. В итоге проходит ровно неделя с момента выпуска того видео. И на канале у этого человека появляется в точности такое же видео. И он даже не изменил название. В названии была изменена всего лишь одно слово. И вот именно вот с этого момента я дико пригорел. Но страйки кидать я ему не буду. Пусть это будет на его совести. Я знаю, что он посмотрит это видео. И поймет, что так, в принципе, делать это довольно-таки нехорошо. Если ты делаешь контент, то ты старайся делать его каким-то авторским и что-то свое приносить в эту индустрию. Но не надо воровать просто чужие идеи. И как минимум, если ты это делаешь, то хотя бы меняй название. Просто довольно-таки смешно наблюдать за тем, как более большие каналы просто воруют идеи у каналов, на которых пока что мало подписчиков. И пытаются на этом хайпануть и как-то выехать, когда его канал попросту уже умирает, и просмотр довольно-таки хорошо катится вниз. Если честно, я не понимаю, зачем так делать, ведь нетрудно сесть и придумать что-то свое, ведь снимать по данной игре просто можно огромное количество вещей здесь, огромное количество всего, что можно заснять, и что будет интересно людям, которые зашли на YouTube, чтобы посмотреть ролик и скрасить свое время. Ладно, дальше бомбить не буду, просто возвращаемся к ролику, и тем временем мы уже залутали все метро, и даже успели убить человека, но флайера так и нету. Надеюсь, сейчас хотя бы здесь у нас выпадет этот, блин, флайер, потому что у нас осталось всего лишь 200 секунд до окончания боя, и всего лишь два ящика, до которых мы успеваем добежать, это здесь и на бараках, потому что на ящик, который находится около одного из респов, туда пониже, мы уже попросту не успеем добежать. Ну вот, в принципе, все, один ящик остался. Если сейчас с того ящика нам не выпадает ракетница, то придется попросту себя взорвать. И потерять два бронежилета 100%, которые лежат у нас в инвентаре, и, возможно, потерять что-то из своего снаряжения. Но пока что еще не все потеряно, и надеемся, что флайер нам выпадет. И если это случится, то это будет просто максимальный подарок от данной игры, потому что, ну, это будет просто лучшее везение, что вообще могло было быть в этой катке. ...150 секунд до конца боя. И мы забираем флайер. Просто вы вдумайтесь, насколько мне могло повезти, обыскав нереальное количество оружейных ящиков на карте, пробежав всю ее вдоль и поперек, и когда остается 150 секунд до окончания боя, с учетом того, что вертолет летит 120 секунд, и на выход надо секунд 6-7, нам с последнего ящика падает этот флайер, и мы его вызываем, и мы успеваем. Если честно, я считаю, что мне просто крайне повезло, и возможно, он мог бы и не выпасть, но тем не менее он выпал, поэтому мы сейчас обыскиваем ящички, пока у нас есть время. Может быть, что-нибудь хорошее выпадет. Кстати, да, вот, например, процессор выпал. И спокойненько выйдем из боя, вынеся огромное количество лута. Зашли мы, я как напомню, голыми, а вышли full 6, еще и с несколькими комплектами бронежилетов. Ну вот, самый сильный игрок на карте, это именно боты.
Сколько раз у меня было такое, что когда ты стреляешься с людьми, тебя попросту закрывают боты. Потому что у тебя осталось очень мало хп, и бот случайно там выдает тебе разряд, там, 3-4 попадания с какого-нибудь мутанта, и сносит тебе практически оставшиеся хп, и ты просто умираешь. Ну что, сам вертолет у нас уже практически прилетел. И это лишь может означать только одно, то что данный ролик уже подходит к концу. И всем, кто досмотрел до данного момента, хочу выразить огромную благодарность за ваш просмотр и за вашу поддержку. Также, если видео вам хоть немного понравилось, прожимайте колокольчик и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы в будущем не пропускать новые серии по данной игре. Ну а всем я желаю хорошего настроения, ребят. Классных выходных, которые уже заканчиваются. Хорошей рабочей недели и... До новых встреч, ребят. Пока.